восьмиугольник, являющийся пересечением четырех угольника и треугольника. Два, три, четыре, пять, шесть. Нет, вы не поняли. Вы не поняли, что такое пересечение. Надо считать не все углы, которые получаются, а все углы пересечения. В данном случае это что такое? Углы пересечения. Даже вот эти, начинаешь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. На самом деле ваша картинка очень сильно отличается от вот этого. Ответ такой же, семь. Такая же просто. Стоп, ребята, а вот смотрите, это крайне важно, что сейчас раздался смех. Вот до тех пор, пока вы относитесь к учёбе вот так, у вас в принципе не будет никаких успехов. Бывает отношение как к соревнованию. Когда, кстати, оно у большинства людей такое. Даже не у большинства, у абсолютно подавляющего отношение к учёбе как к соревнованию. Что при этом соревновании главное? Получить хорошие оценки. Получить, я не знаю, там, грамоты за олимпиады. Чтобы тебя нигде не ругали, чтобы тебя везде хвалили и так далее. Ребята, такие люди всегда живут по совершенно замечательному принципу. Они идеально выучивают тему, сдают ее на пятерку и мгновенно забывают. Потому что они понимают, что второй раз, скорее всего, об этом не спросят, а значит, нужно освободить память для следующей темы. Выучивают, идеально сдают, выучивают, сдают. Проходит 11 лет или проходит еще больше лет. Нет, господа, к сожалению, нет, все. Все, ну что ты считаешь? Видно, что мало. 6. А надо 8. Это самое неприятное, что как можно вообще относиться к школам, к ребятам. Как к вечному, извините, напряжению, соревнованию, из которого вы выходите уставшими, но абсолютно без знаний. Вот этот ваш смешок означает, что вам приятно, что другой человек чего-то не знает. То есть вы относитесь к нашему занятию как к способу доказать, что там вы лучше другого, там, вы там умнее и так далее, и так далее. Ребята, поймите, пожалуйста, это вообще не интересно. Потому что если вы выучили, забыли, то то, что вы это выучили на 5 или то, что вы это выучили на 2, это просто одно и то же, потому что вы забыли. Понимаете, важно, что останется через несколько лет. Важно, насколько вы изменитесь, насколько вы станете лучше. А не то, за секунду вы решили, или за минуту, или за 25 часов какую-то задачу. А пересечение обязательно связано? Да, конечно. Но Google не должен случиться. Да, надо, чтобы было какие-то. Здесь, конечно, видно, что решит очень мало. Можно даже не считать, просто настолько мало, что. Вот, если посчитаете, то обнаружите, что их 5 штук пересечений. Здесь мы уже поняли, что это, конечно, неправильно, это 2 четырехугольника. Смотрим сюда. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Но проблема. Это нарисовано не по линейке. То есть вопрос, можно ли... А это четырехугольник? Восьмиугольник. Вот это совсем плохо. Вы это хотели сказать? Да. Вот это вы хотели сказать. Да, это я не заметил. Ну все, обсудили. Это тоже неправильно. Да, прошу. А тут нельзя восьмиугольник сделать. Нельзя восьмиугольник. Достаточно немного преобразовать верхнюю картинку. Секунду, стоп. Вообще бывает. На самом деле, опечатки в книгах, когда книга достаточно толстая, очень часто бывают, вообще бывают такие совершенно смешные опечатки. Например, я читал текст великого американского физика Фейнмана о
старте космической ракеты. Может быть, знаете, была история, когда прямо на старте взорвалась такая космическая ракета, которая с несколькими космонавтами, такая была знаменитая история. Вот. И Фейнман в конце своей жизни успел поучаствовать в расследовании этой истории. Так вот, перевод на русский язык, слово «танк», T-A-N-K. Вот это слово везде перевели как «танк». Замечательно. Нечто в корабле, танк. Понятно, что имелось в виду в английском тексте? Конечно, емкость горючего. Место, где у этой ракеты горючее. Да? Вот, так вот, такого типа ошибки бывают, безусловно. Но! Нет, нет, бывают посмешнее, это я прекрасно знаю. Но, ребята, вот очень странно, если бы в варианте из четырех задач, таком маленьком, я бы все-таки такую ошибку сделал, причем в принципиальном месте. Потому что видно же, что семиугольник был дан в качестве разгона. Настоящая задача о восьмиугольнике. Нет, ребят, опечатки условий нет. Все, что от вас требуется, выйти и нарисовать картинку. Это произведение искусства. Он как-то очень похож на птичку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. О, 8 получилось. Отлично. Давайте здесь, на диаметрическом чертеже, а лучше немножко кривая линия, чем несколько раз провести. По второму разу рисовать очень полезно, потому что это может чертеж довольно сильно. Это здесь было сразу. Провели вы один раз, пусть даже это лучше, чем... Так, поехали считать. Начинать. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Слушай, отлично, 8. Ну, здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 8. Получилось. Таким образом, у нас уже есть две картины. Каждый из которых 8. Смотрите, в чем есть идея? Вот этот четырехугольник не выпуклый. Поэтому, конечно, я просто сейчас рисую невыпуклый четырехугольник. Отлично. И вот теперь надо взять, рисовать треугольник, чтобы пересечение было бы чем? Восьмиугольник. Интересно, как это делать. Можем мы это сделать или нет? Достаточно отразить треугольник на верхней картинке, которую нарисовали там до всех. Не понимаю. Видите, где пересечение не связано? Достаточно просто отразить треугольник относительно левой стороны. Надо эту линию нарисовать так же. Рисуем. То есть предлагается нарисовать вот такой отрезок, да? После этого точку берем внутри, правильно? Идем сюда и идем сюда. Хорошо. Попытаюсь посчитать. Начинаю с этой точки. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Штрихую пересечение. Что, по-моему, действительно получился восьмиугольник. Выяснилось, что это никакая не отпечатка, а действительно такое замечательное геометрическое явление. Впрочем, это же одна из прелестей окружающего нас мира, что неожиданные вещи в геометрии начинаются прямо сначала. Кажется, ну что там, треугольник, четырехугольник, какие-то примитивные объекты, да? А даже они дают повод подумать, порисовать.